Полы помой, я быстро посуду вымою. Не мужское это дело, сама мой. А ты помнишь мою подругу Мадину? Которая весь Интай ходит, как будто у нее деньги есть. Ты знаешь, она сейчас в Дубае. И чё? Полы помой, расскажу. Нашла дурака. А ты знаешь, с кем она там? Серьезно? Короче, она сейчас другая. На, детскую помой. А? Детскую помой, я тебе еще что-то расскажу. А может, этим помою? Нет, это антибактериальное, гипераллергенное, без химии. А, ладно. А ты помнишь наших соседей? Ага. Вовку помнишь? Да, да. Странный парнишка был. Помнишь, да? Пойдем, детская, расскажи дальше. А ты помнишь, мы же видели его позавчера, потом я отдала, когда строили, и представляешь, просто хаты нет. Это же ужас, просто варварство, представляешь? Теперь она без хаты, я не знаю, что будет теперь. Ужас, конечно, на это тоже помой. Ага. Она в суд подала, короче, не знаю, что дальше будет. А как ты думаешь? Я думаю, суд будет. И вот. И? И кто отец? Расскажи. Расскажи, я же убрался везде.